Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі брифингке қош келдіңіздер. Баспасөз конференциямыз Қазақстан Республикасының автокөлік өнеркәсібі кәсіпорындарының осы жылғы 1-ші 90-дағы жұмыс қорытындысына арналады. Добрый день, уважаемые коллеги. Добро пожаловать на брифинг. Мы начинаем наш брифинг, на котором подведем краткие итоги работы автомобильной отрасли Казахстана за первый квартал текущего года. И у нас в гостях председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «Казавтопром» Олег Алферов. Добро пожаловать. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте прежде всего поблагодарить вас за интерес, проявленный к сегодняшней встрече. Несмотря на то, что это первые промежуточные итоги отраслевого развития, которые мы подводим в этом году, истекший отчетный период уже принес немало новостей, и абсолютное большинство этих известий, с радостью должен вам доложить, исключительно позитивного свойства. Но прежде чем мы перейдем к итогам первых трех месяцев года, прежде всего позволю себе напомнить, как выглядела динамика развития автопрома в республике в предшествующие годы, с тем, чтобы погрузить вас в контекст происходящего. Я прежде всего напомню, что в течение первой пятилетки индустриализации объемы выпуска автомобилей в республике возросли пятикратно. И по итогам рекордного 2014 года автопроизводители обеспечили пятую часть всего объема машиностроительной продукции республики. А вклад автопроизводства в ВВП приблизился к показателям таких отраслей, как химическая промышленность и угольная. Но, как вы понимаете, эквивалентом платежеспособного спроса на товары долговременного пользования в республике, и в том числе автомобили, служит объем сырьевой выручки отечественной экономики. Это, конечно же, ни для кого из нас не секрет. Поэтому откат стоимости главного экспортного товара казахстанской экономики в начале 2015 года спровоцировал сокращение потребления и в автомобильной отрасли в том числе. Спустя квартал после февральской девальвации 2014 года вслед за курсом вниз пошла и кривая рыночного спроса. Спад коснулся как импортных автомобилей, так и сегмента автомобилей отечественной сборки. В результате по итогам 2015 года продажи официальных дилеров в нашей стране сократились на 40% до отметки 95 тысяч автомобилей. Сопоставимые темпы спада сопровождали и деятельность казахстанских автопроизводителей, что вполне закономерно. Объем реализации легковых автомобилей отечественной сборки сократился с 32 тысяч единиц до 16 тысяч по итогам 2015 года, на те же 48%, насколько просела цена нефти марки Brent в этот период. В 2016, в истекшем году, спад рынка и производственных показателей продолжился, и выпуск автомобилей на отечественных предприятиях упал на 27%. Несмотря на все изложенное мной, в минувшем году казахстанские автозаводы продолжали особенно активно работать над расширением линейки выпускаемых автомобилей, и в текущем году эти усилия принесли свои закономерные плоды. Впервые за двухлетний период, по итогам истекшего квартала, наметился устойчивый переход к росту производственных показателей. С начала года выпуск автомобилей в Казахстане растет уже третий месяц подряд, а продажи демонстрируют рост на протяжении двух кварталов. Причем спрос на автомобили локальной сборки восстанавливается сегодня гораздо быстрее, чем рынок в целом. Спрос на автомобили импортного происхождения и объемы продаж по казахстанскому рынку в целом по итогам квартала сократились на 28%. Одновременно продажи автомобилей казахстанской сборки, напротив, возросли на четверть по итогам истекшего квартала к аналогичному значению 2016 года. Если год назад лишь 19% потребителей выбирали предложения казахстанских автозаводов, сегодня каждый третий приобретаемый в стране автомобиль имеет казахстанское происхождение. Теперь чуть подробнее остановлюсь на цифрах.
По итогам отчетного периода, по итогам января-марта текущего года, на территории республики выпущено 3405 единиц автотранспортных средств, включая грузовой, легковой транспорт, автобусную и специальную технику, на сумму 16,4 миллиарда тенге. Таким образом, объемы выпуска отечественных автопроизводителей превзошли прошлогодний показатель в 4 раза. Объем выпуска легковых автомобилей, это основной сегмент рынка, вырос более чем в 7 раз, достигнув значения 3095 единиц продукции против 428 автомобилей, выпущенных в первом квартале 2016 года. Выпуск грузовых автомобилей по итогам января-марта пока не вернулся в позитивную территорию и уступил по прошлогоднему значению 32%. Объем производства автобусной техники сохранился на прежнем уровне 27 единиц. Что касается сбыта отечественных автозаводов, на внутреннем рынке с начала года было продано 2587 единиц, что на 25%, как уже было сказано, выше прошлогоднего значения. Доминирующую позицию в сегменте автомобилей локальной сборки по-прежнему занимает Усть-Каменогорский завод «Азия-Авто». На его долю пришлось 1914 проданных автомобилей или 3/4 всего суммарного сбыта отечественной техники. На мощностях «Сарыарка Автопром» в Кустанае было произведено и продано 502 единицы техники, и доля в сегменте автомобилей казахстанской сборки этого предприятия составила 19%. Далее в рейтинге сбыта продукции отечественных автопроизводителей расположились КАМАЗ Инжиниринг, Агромаш Холдинг, СИМАЗ и Hyundai Трансавто. Доля этих производителей не превысила 3% каждого из них. Если остановиться на потребительских предпочтениях казахстанцев в истекший период, то рейтинг наиболее востребованных брендов легковых автомобилей по итогам первого квартала возглавила «Лада», на долю которой пришлись более половины всех продаж автомобилей отечественной сборки. Пятерку лидирующих марок составили также «Kia», «Hyundai», «Chevrolet» и китайский бренд «Jack». Первую тройку продаж легковых автомобилей локального производства составили автомобили марки «Лада». Это внедорожник 4x4, «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». Важно при этом отметить, что впервые в истории отечественного автопроизводства более 7% сбыта пришлось на экспортные поставки, а именно на партии внедорожников, отправленных заводом «Азия-Авто» на рынок Китая. Завод перешел на данном этапе от пилотных поставок автовозами к более регулярным железнодорожным поставкам автомобилей на рынок КНР. Надо отметить, что рынок Китая один из самых закрытых, и импорт на территорию страны ограничен высокими заградительными пошлинами. С пересечением границы автомобили прибавляют в цене 2/3 своей стоимости, плюс сложно преодолимые административные барьеры. Тем не менее, заводу «Азия-Авто» в истекшем квартале удалось добиться успеха на этом экспортном направлении, и даже с учетом уплаты таможенного тарифа продукция «Азия-Авто» под брендом «Лада» пользуется спросом на рынке КНР. Общий потенциал заводского экспорта на территорию Китая предприятие оценивает в отношении 2017 года в цифру порядка 3500 автомобилей. Таковы приблизительные планы поставок на текущий год. Я напомню, что важность освоения в экспортных рынках в своем послании особо отметил глава государства, и перед правительством поставлена задача по удвоению несырьевого экспорта к 2025 году. И надо сказать, что как раз крупнейший автопроизводитель страны в 2016 году предпринял успешные попытки поставок автомобилей не только на рынок Китая, но и на другие перспективные внешние рынки, в частности, в Туркменистан, Кыргызстан. И еще более внушительный успех – это, конечно же, развернутая сеть «Бипэк Авто Азия-Авто» уже в 14 городах России. Резюмируя сказанное выше, добавлю, что вклад отрасли в структуру республиканского ВВП достиг цифры 14,5 миллиардов тенге, что практически эквивалентно аналогичному показателю легкой промышленности. И мы рассчитываем, что по итогам
2017 года вес отрасли в обрабатывающей промышленности окажется заметно выше, чем в 2016 году, прежде всего благодаря расширению линейки выпускаемых в Казахстане моделей. По меньшей мере 10 новых и обновленных моделей встанут на конвейеры отечественных автозаводов в текущем году, 3 из них уже выпускаются в Усть-Каменогорске и Кустанае. И в этой связи в текущем году мы ожидаем наращивания объемов производства по меньшей мере до уровня 2015 года. Я напомню, что это отметка в 15 тысяч выпущенных автомобилей. Но, безусловно, еще более высоких результатов можно было бы ожидать в случае восстановления льгот по уплате НДС для автопроизводителей, а также дополнительного финансирования государственной программы льготных автокредитов. Это два ключевых, на наш взгляд, инструмента, которые бы могли способствовать ускорению восстановительных процессов в отрасли. Я напомню вам, что в четвертом квартале минувшего года лимит госпрограммы льготных автокредитов был полностью исчерпан. Выделенные финансовые ресурсы были загружены полностью, и с начала 2017 года лишь 8% отечественных автомобилей, покупателей отечественных автомобилей воспользовались кредитами Банка развития Казахстана. 257 автомобилей было продано в рамках программы, что красноречиво свидетельствует о том, что возможности в рамках выделенных финансовых ресурсов де-факто исчерпаны. В дополнение, прежде чем мы перейдем к вопросам, я бы также отметил, что в части технологических решений, которые внедряются отечественными автопроизводителями, особо стоит отметить проект завода «Азиавто», который как раз в первом квартале текущего года приступил к работе над проектом Connected Car, то есть подключенный автомобиль. Для справки отмечу, что сегодня технологии подключенных автомобилей – это одно из ключевых направлений развития транспортной системы будущего, и именно на базе технологии Connected Car строятся проекты беспилотных автомобилей. Так вот, в самое ближайшее время владельцы автомобилей из каменногорского производства смогут дистанционно управлять своим личным транспортом буквально с помощью смартфона. Телематическая система, которая будет установлена на каждый из отечественных автомобилей усть-каменогорской сборки, позволит дистанционно следить за техническим состоянием автомобиля, дистанционно завести двигатель, открыть багажник, отслеживать скорость, температуру, и все это при помощи мобильного приложения в личном смартфоне. И все эти решения будут доступны покупателям отечественных автомобилей уже в ближайшие месяцы. Таковы вкратце итоги работы предприятий отрасли в первые 3 месяца текущего года. Буду рад ответить на ваши вопросы. Благодарю вас за ваш доклад. Уважаемые коллеги, на этом заканчивается первая половина нашего брифинга, и мы переходим ко второй половине. Просим вас задавать вопросы по заданной теме. Прошу вас. Лаура Матаева, Мегаказинформ. Вот сейчас у автолюбителей огромный интерес вызывают электромобили. Вот хотелось бы сейчас подробнее узнать об этом, каков на них спрос. Спасибо. Спасибо за вопрос. Тема действительно чрезвычайно модная в казахстанском информационном пространстве. И понятно, почему. В заголовках новостей мы практически ежедневно видим самую разнообразную и, я бы сказал, духоподъемную оптимистическую информацию о том, как активно развивается сектор электромобилестроения. Если подводить краткие статистические итоги состояния этого сектора в рамках казахстанского рынка, то они таковы. По итогам 2016 года на территории Казахстана было продано 35 электромобилей, и абсолютное большинство в их числе составили модели премиального класса, а именно модели Tesla. Иными словами, электромобили на текущем этапе развития казахстанского автомобильного рынка остаются ничем иным, как предметом роскоши.
По итогам первого квартала 2017 года в республике было зарегистрировано 12 электромобилей, и также в этом ограниченном, весьма скромном объеме лидирует Tesla, прежде всего, также модель Nissan Leaf, но, как уже было сказано, пока что объемы спроса на этот вид транспорта в Казахстане исчисляются глубоко символическими цифрами. Каковы причины? Ну, скажу банальную вещь: отсутствие инфраструктуры, отсутствие доступного сервиса. Но на первый взгляд это основные причины отсутствия развития этого сегмента. В действительности, если мы взглянем на глобальную карту развития этого сегмента автомобильного рынка, мы обнаружим, что лишь в полутора десятках стран электрический транспорт, автомобили на электрической тяге пользуются заметным спросом. И это ровно те страны, где правительство волевым решением выделяет крупные внушительные субсидии конечным покупателям электромобилей. Это прежде всего страны Северной Европы, США, Япония и Китай. В Китае государство субсидирует до половины стоимости электромобиля, но даже с учетом этих субсидий их стоимость пока слишком высока. И, собственно говоря, это главная причина отсутствия спроса на электромобили в Казахстане на данном этапе. Важно понимать, что в ближайшие годы спрос на электромобили будет сконцентрирован исключительно в странах с высоким уровнем доходов, не средним, к числу которых относится казахстанская экономика. Это первое. И второе, спрос будет по-прежнему локализован в крупнейших мегаполисах. Как мы понимаем, плотность населения в Казахстане одна из самых низких в мире. Кроме того, суровые климатические условия, протяженность расстояний, фактическое отсутствие крупных мегаполисов. Да, все эти факторы не позволяют на данном этапе всерьез задумываться о развитии электромобилестроения в Казахстане как о серьезном векторе в автопроме. Вот такова ситуация на текущий момент. Спасибо за ваш ответ. И, пожалуйста, следующий вопрос. Унгаров Спайл, телеканал «Казахстан». Я хотел бы узнать по поводу «Аэроглонасс». Устанавливают ли наши сейчас автопроизводители «Аэроглонасс» на наши автомобили? Спасибо за вопрос. Как известно, с 1 января 2017 года в соответствии с техническим регламентом Евразийского союза оснащение автомобилей, впервые выпускаемых в обращение, то есть импортированных либо выпущенных на территории Казахстана средствами связи с службами, с экстренными службами, стало обязательным. И сегодня автомобили, которые проходят первичную регистрацию на территории Казахстана, за исключением тех моделей, которые получили одобрение типа транспортного средства до 1 января 2017 года, эти автомобили в обязательном порядке должны оснащаться соответствующим телематическим устройством, либо устройством российского производства под брендом «Аэроглонасс», либо устройством казахстанского аналога под наименованием «ЭВАК». Тестирование казахстанской системы «ЭВАК» начато в конце 2016 года, и ожидается, что в течение 2017 уже в штатном режиме эта система начнет работать на территории республики. Ну а пока владельцы автомобилей
новых автомобилей в Казахстане могут пользоваться услугами российской эры ГЛОНАСС. И первыми автомобилями, оснащенными штатно, серийно, в заводских условиях, оснащенными этой системой, стали модели «Лада Веста» и «Лада X-Ray», выпуск которых был налажен на конвейере Усть-Каменогорского автозавода в минувшем году. Иными словами, вот именно эти модели сегодня предлагаются вниманию казахстанского покупателя уже оснащенными в соответствии с регламентом Евразийского союза телематическим устройством связи с экстренными службами. Благодарим за ответ. Пожалуйста, следующий вопрос. Информагентство ЛС, Шамиля Каримова. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про Connected Car. Когда поступит продажа этого автомобиля, какие это будут модели, какая будет цена на них? И вот я хотела бы все-таки уточнить, вы назвали их беспилотниками, я правильно поняла, что они могут управляться без водителя, да? Не совсем. Ага. Я сказал, что... Уточните вот этот момент. Да, что именно технологии Connected Car являются базой для развития направления беспилотных автомобилей. То есть системы связи автомобиль-инфраструктура, автомобиль водитель с помощью смартфона, автомобиль, пешеход и так далее, автомобиль-автомобиль. Все эти системы телекоммуникаций, они как раз строятся на базе технологии Connected Car. Пока что на данном этапе, если говорить о инициативе Усть-Каменогорского автосборочного завода «Азиавто», речь идет прежде всего о том, чтобы предложить владельцам автомобилей казахстанской сборки расширенный функционал, который позволяет существенным образом повысить комфорт, безопасность и информативность эксплуатации автомобиля. То есть практически все важнейшие команды будут доступны водителю в дистанционном режиме с использованием исключительно личного смартфона через соответствующее приложение. Предполагается, что все без исключения автомобили, выпускаемые заводом «Азиавто», будут оснащаться такого рода системой уже в этом году. И ограничений в отношении моделей не будет. То есть каждая из более чем 30 моделей, выпускаемых на конвейере этого завода, будет оснащаться таким устройством. Заметного изменения в цене автомобиля это не повлечет, в том числе в силу того обстоятельства, что это устройство позволит экономить и водителю, и владельцу автомобиля, и сервисным центрам производителя. И даже благодаря оснащению автомобиля этим устройством владельцы автомобилей казахстанской сборки, как ожидается, смогут сэкономить на услугах страхования, поскольку телематическое устройство подключенного автомобиля будет поставлять, будет генерировать поток информации о стиле езды данного конкретного водителя. И таким образом для страховых компаний, с которыми владелец автомобиля будет заключать соответствующий договор, этот автомобиль и этот водитель будет более предсказуем. И, следовательно, страховая премия, как ожидается, может быть более скромной и привлекательной для конечного потребителя. Даже вот такие эффекты этих технологий будут иметь место. Спасибо.
Следующий вопрос. Гульнара Хасан, а можно ли подробнее о картине экспорта? Скажите, какими именно страны, какими именно модели были проданы, какой объем, как, сравнить с предыдущими годами, может быть, это сельхозтехника или легковая какие-то марки, и будут ли продолжены программы льготного автокредитования для граждан Казахстана? Ожидается ли, идут ли планы, есть ли? Спасибо. Спасибо за вопросы. Если говорить об экспортных поставках, то опыт казахстанских фотопроизводителей в освоении внешних рынков, он достаточно непродолжителен. Первая поставка автомобилей казахстанской сборки состоялась в 2013 году, когда завод «Азия-Авто» отправил на рынок России партию кроссоверов «Шевроле». Затем на территории Казахстана и России изменились условия таможенно-тарифного режима, и выход на рынок России был сопряжен с определенными административными сложностями. На данном этапе, в 2016-2017 году, мы можем говорить о том, что вот только один крупнейший производитель, крупнейший участник отрасли действительно успешно приступил к реализации своих экспортных амбиций. Это «Азия-Авто». Как уже было сказано, филиалы этого холдинга работают в полутора десятках городов России, и эта инфраструктура продаж и сервиса, она в перспективе предназначена для автомобилей, которые будут выпускаться на заводе полного цикла, строительство которого ведется сейчас в Усть-Каменогорске. Что касается других, помимо российского, внешних экспортных направлений, то, безусловно, одним из наиболее привлекательных, конечно, является китайский рынок, который защищен драконовскими пошлинами с одной стороны и нетарифными барьерами с другой. Тем не менее, как уже было сказано, заводу «Азия-Авто» удалось пробить эти барьеры и отправить на китайский рынок вот по итогам первого квартала 204 автомобиля, что составляет, как было сказано, 7% всего сбыта отечественных автозаводов. Конечно же, это только первый пробный шар, но дело в том, что эти первые партии уже нашли своих покупателей на китайском рынке, и поставки и договоренности с китайскими партнерами уже предполагают довольно внушительное наращивание поставок в течение текущего года. Как я уже говорил, на данном этапе потенциал продаж на период 2017 года по скромным оценкам составит 3500 единиц. Здесь, возможно, поправка в сторону увеличения, разумеется. Но это не единственное экспортное направление, которое завод начал осваивать в 2016-2017 годах. Как уже было сказано, пилотные партии были отправлены на рынок Туркменистана и Кыргызстана. И, кроме того, партия внедорожников «Лада» была поставлена на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Вот вкратце так выглядит картина экспортных поставок отечественного автопрома на данном этапе. 204 автомобиля, как я уже сказал, было поставлено по итогам первого квартала на китайский рынок. Что касается других направлений, там цифры несколько скромнее, ну и это относится к 2016 году. По поводу второго вашего вопроса относительно программы льготных автокредитов. Без преувеличения, этот опыт можно назвать наиболее успешной в практике сотрудничества, наиболее успешной в практике сотрудничества государства, банковской системы и реального сектора, может быть, в истории Казахстана вообще, поскольку госпрограмма льготных автокредитов, она прежде всего для множество жителей республики решила
предметную задачу. Она позволила приобрести автомобиль в условиях, когда потребительские займы в банках второго уровня недоступны. Как вы знаете, тенговое фондирование на отечественном банковском рынке – это дефицитный товар. Средства ЕНПФ предоставляются на малопривлекательных условиях по слишком высокой ставке. И как результат, большинство казахстанцев сегодня лишены возможности приобретать казахстанские товары на приемлемых условиях, причем не только автомобили, что важно. Но для автомобильного рынка нехватка кредитных ресурсов особенно чувствительна, поскольку 2/3 всех автомобилей в стране приобретаются с привлечением займов, а за рубежом доля кредитных продаж и вовсе превышает 80% отметку. Но благодаря запуску госпрограммы в 2015-2016 годах покупатель получил возможность выбрать одну из 62 моделей отечественной сборки и приобрести ее в кредит по номинальной ставке 4%. Это чрезвычайно привлекательные условия. Важная деталь. Государственные программы льготного автокредитования практикуются и реализованы в десятках стран мира. И это классическая антикризисная мера, которая обеспечивает поддержку автопрома и оказывает поддержку потребителю, производителю и дает импульс экономическому росту в целом. Но в Казахстане эта практика реализована в еще более успешной форме. О чем я говорю? На других рынках государство субсидирует автомобильные кредиты, то есть это средства, которые предоставляются на безвозвратной основе. А в нашем же случае речь идет о фондировании, то есть средства выделяются на возвратной основе, и в результате Национальный фонд через посредничество Банка развития Казахстана получает гарантированный процентный доход в размере более 1 миллиарда тенге в год. И, как уже было сказано, оба транша, выделенных на реализацию программы, на сегодня исчерпаны, и тысячи заемщиков, которые сегодня выбирают отечественные автомобили, они, к сожалению, получают отказ в предоставлении займа. Поэтому дополнительная капитализация программы, она, несомненно, оказала бы весомую помощь рядовым жителям республики с одной стороны, обеспечила бы банки дополнительной тенговой ликвидностью с другой и ускорила бы восстановление отечественного автопрома с третьей стороны. Вот вкратце, если удовлетворил ваш интерес на тему программы льготных автокредитов. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, имеются ли еще вопросы у вас? Если нет, на этом наш брифинг подходит к концу. Благодарю вас за ваше участие. Всего доброго.